Всем привет, это Александр из Зеленограда, Москва. Всем известен препарат под названием НОШПА. НОШПА. И мало кто знает, что есть аналогичный отечественный препарат, называется Дротаверин. Он в несколько раз дешевле, чем НОШПА. Вещество, из которого он состоит, такое же, как и в НОШПе. Просто НОШПА — это фирменное название, а так все равно оно состоит из дротаверина гидрохлорид. Покупаете дротаверин и экономите очень много денег. Дозировка та же самая. Вот так вот. Всем счастливо. Палец вверх. Пока.